Убийца с навахами. Давай. Вот. То есть вот мы берем наваху, мы ее прячем вот так вот, да, мы чуть-чуть проворачиваем. У нас получается острие навахи вот здесь, да, вот, и, прошу. То есть вот такая штука, она гораздо более управляема, чем если бы мы управляли предплечьем или если бы мы управляли одной кистью. Да? И при вхождении в ближний бой, что у нас есть вариант такой? Да, совершенно справедливо. Именно так. Мы можем в любой момент ткнуть, нанести укол, порез, всякое прочее счастье. Вот. Ну а теперь некую разновидность работы с флагом. Когда мы берем бретту, так, наваху мы ставим обратно, так. Теперь мы накидываем плащ на бретту так, чтобы вот центральная линия у нас была в клинок. Вот это у нас плащ такой полусолнца, поэтому тут вот по центру у нас есть, раз вот мы берем сейчас, делаем, опустим горизонтально, да, берем, делаем вот так вот, да, вот, вот она у нас, видите, вот. Видно, да, теперь мы перекидываем капюшон вот сюда, да, и делаем что? Совершенно справедливо. Мы ухватываем вот эту фигню вот так, с тем, чтобы... Понятно? Выражение лица мне уже нравится. Отлично. Ну как оно? Тяжко. Вот. То есть это тоже совершенно замечательное разминочное действие, причем у тебя, так сказать, в каком-то смысле мы можем сказать, что клинок ходит по условно-боевым траекториям. Знаменосец Ланскнехтов, окруженный врагами. Каким образом это все счастье у нас, каким образом у нас все это счастье работает в паре с каким-нибудь оружием. Но мы это будем разбирать очень тщательно и потом.